Так. Ну что, ребят, мы в GTA. В общем, да, я в самом начале тут, считай. Поэтому... меня сейчас будут... ну, у меня оружие, кстати, есть немного. Сейчас я проверю только, как у вас вообще смотрится, потому что GTA 5 все-таки игра потребовательнее, чем Грэнни. Да, вы все слышите. А, да, я единственное, перенесу немного донаты вниз. Вернее, вверх, потому что... потому что тут у вас шкала... карта. Вот. Так. Искандер, спасибо, 40 рублей. Так, сделаем. Все, поехали, ребята. Поехали. Да, у меня тут вообще карта, как видите, не открыта, потому что я в самом начале, считай. Я, конечно, мог скачать сохранение, но это так долго все. Поэтому просто поедем сейчас против копов. Ты знал, что если на третьем этаже в шелку кинуть вазу, она придет и сама сломает доски? Серьезно? Ну, я много чего не знал, я как бы... я не супер фанат Грэнни. Так, хочу радио вытащить этого, мало ли там какая-нибудь песня будет играть, которая будет, you know. Так, я немного звук убавлю, потому что вам явно, мне кажется, слишком громко. GTA. Где-то так вот. Так, кто-нибудь надел? Диджей... включи песню, диджей ебан. Не могу на стриме песню включать, извиняюсь, конечно. Ну чё, ребята? Да ёбаная мне! Слишком часто донаты посыпались. Привет! Можешь передать привет Владе Поднебесной? Распишись. Ссылка Влада удалена. Поднебесная, люблю, передайте тебя. Привет! Спасибо! Так, все, ребята, едем! Идь! Так, комментарии тут у меня включены. Да. Все, поехали! Ну что, ребята, вспоминаем видео с 2015 года «Что вы не знали GTA 5?» Что вы не знали? Конечно, у меня сейчас модов нет, как тогда я там ставил. Ой-ой-ой, стоять. Но как-нибудь так поразвлекаемся. Так, Ламар, сори, я тебе сейчас отвечать не буду. Мы сейчас поедем гоняться с копами, а для этого знаете, что мы сделаем? Вы знаете. Не Артеме, а Артемия. А, Артем. Артемий, извини. И спасибо еще за 300 рублей. Да. Так, стоп. Дебр, спасибо за 100 рублей. Тик-тик. Все, поехали, ребят, наконец. Стоп, у вас не зависло? Да, все нормально. Максим, я просил росписи, кинул 100 рублей. Вот еще 150. Можешь оставить роспись на стеночке, пожалуйста. Очень нужно, да, для коллекции. Да, конечно, если... заранее огромное спасибо. Если ссылка я не забуду, удалена. Потому что иногда я могу забыть то, что человек просто по многу кидал. Но я постараюсь, ладно. Так. Все, ребята. Швенды 31 и передай мне приветик. Вот я как раз про это и говорил, то, что в трендах реакция висит, а не мое видео. Какого черта? Все, ребята, делаем что-то такое, чтобы к нам пришли копы. Например, вот так. Тут вообще взрывается заправка? Я просто не помню. Должна же? Да по-любому должна. Да блин! Взрывайся! Ладно, тогда машину постреляем. Бензобак. Тут, насколько я помню, сложнее машину взорвать, чем там какой-нибудь GTA San Andreas. Так, я надеюсь, сейчас не взорвусь рядом с ней прям. И да, и ко мне никто не пристает, копы, вы где, алё? Вы что, издеваетесь? Копы. Are you fucking kidding me? Где вы? Тут даже никого нет. Ладно, нам тут не рады. Едем в другое место. Я знаю, подождите, тут магазин, только я не уверен, смогу ли я в него зайти. Да, смогу.
Ну чё, ребята, чистим кассу? Ну-ка, давай бабки, живо! Давай-давай-давай, чё смотришь? Быстрее давай! Зырит она меня, давай-давай! Только попробуй там нажать на красную кнопочку под столом и вызвать копов. Хотя мне на самом деле это и надо, поэтому можешь делать, что хочешь. Давай-давай! Блин, тут ничего так вкусняшки, я поел. Опа. Да, давайте сохранимся. Блин, он вызвал копов. То, что надо. Ты чё, аферист? Удачи. Персик. Персик. Спасибо огромное за 1000 рублей. У вас просто... Люди специально кидают такую сумму, чтобы меня напугать, да? Потому что я не знаю. Я поставил этот донат слишком громко. Спасибо большое. Ладно. Вон коп. Ну-ка, иди-ка сюда-ка. Иди-ка сюда-ка. Где ты там? Вон он. Это ты за мной гонишься или я за тобой? О, тут рампа есть. Почему он уезжает от меня? Даже копы за мной не хотят гоняться. Подождите, я хочу на рампу попасть. Я хочу сделать трюки. Только, а как туда попасть? Брайан, можешь расписаться на стене? Ссылка удалена, пожалуйста. Конечно, только не забудь открыть. Спасибо большое. Ну что, ребята, рампы для машины? И замедление. Черт. Нет. Только не это. Только... Добрый вечер. Давно хотела спросить, сколько лет осталось учиться в колледже? Нравится ли тебе там? И какие планы видео? Упс. Видео. Упс. Ой, упс. Ребята, упс. Мы вернулись? Или нет? Да, походу да. Ведь так? Мы как вернулись. Дело? Мягкий знак, твердый знак, ладно. Да! Пощажу твою. Да, ребята, меня. Сори за это, ко мне привет, папа зашел. Домой, да, я настырная. И если ему ты передал, надо было кое-что настраив, узнать твои, нет, у меня. И рот, спешись. Ссылка так что, удалена. Извиняюсь, что прервал стрим. Но мы продолжаем. Так. Да. Так, секундочку, только прочекну кое-что. Так. Спасибо. О боже, почему мне... А, привет, вот. Передай мне привет. И удачи с развитием Матвей, канала. Спасибо за 300 еще рублей. Еще снимай игры на канале. Кстати, Я собака. Я не успел. Все. Да, ребят, стрим прервался, потому что ко мне папа зашел и хотел кое-что спросить, поэтому мне пришлось привет. Экстренно это прервать, распишешься. Чтобы ничего ссылка лишнего удалена. Не было. Заранее спасибо. Афери, передавай спасибо привет, за 150 Оливии. Рублей. Все, продолжаем играть, наконец. Все. Стоп. Я был в это время на паузе, и в то время, когда игра на паузе, копы... Что? Как я оторвался от преследования? Что? Как? Ну ладно. Обожаю физику в GTA 5, правда, мне колеса прострелили. Так что нам бы новую машину найти. Например, какую-нибудь... Вот... Нет, вот эту. Ну, я бы хотел машину побыстрее, конечно, но сейчас тут... Да стой, подожди, может быть... Ой! Я просто хочу найти, может, машина побыстрее будет. Машина? Вы где? Я вижу машину побыстрее. Так, что не зря я прошелся сюда. Вот это должна быть побыстрее. Holy shit! Oh yeah! Так, блин, я сейчас до горы Челяд, конечно, не доеду, но, в общем, так погоняем этот коп. О,
Стоять. Тут есть машинка поинтересней. Бабуля, пошла... Это что, Грэнни в GTA 5? Грэнни... О, тут офигенный трамплин. Так, тут секунда, я радио хочу выключить. Радио. Сейчас давайте челлендж. Разъедемся. Отъедем далеко. А теперь... Поехали. Трамплин нас ждет. Распишись, пожалуйста. Ссылка удалена. Ну, ой, по-моему, мы летим в чей-то дом. Извините, ребятки, но сейчас вам кое-что свалится на дом. Прыжок не выполнил, но бывает. Но смотрите, мы никак не пострадали. Да, я немного вам тут забор поврежу. Давай, ну же. Блин, сейчас с хозяева дома выйдут. Нам нужно быстрее отсюда убираться. О, да, получилось. Так, ребята. Да, все, проверил. Короче, мы все хотели с копами погонять, а мы куда-то, блин, приземлились в непонятное место. Продолжи, ты собака, я собака, ты собака, 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 ты собака, я собака. Идемте еще раз грабить заправку, ты собака, ты собака, я собака. Короче, надо 5 звезд получить. Ты собака, я собака, ты собака, 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 я собака, ты собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты 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 собака, ты. Вот я как только дошел, у меня сразу. Ой, все. Все, наконец-то. О, вызвали полицию, неужели? Неужели? Так, давайте немножечко. За мной собака бежала. Давайте немножечко звезд увеличим для этого. Это не полиция! Это какие-то гангстеры, блин. На меня еще собака напала, что? Какого черта? О, теперь полиция зато есть. Только надо ее найти. А, она сейчас сама сюда приедет. Полиция, мы тебя ждем здесь, you know? Тут какие-то гангстеры на меня напали, какого-то фига. Вон полиция. А вообще-то они на меня напали, почему мы это за мной преследовали? Это было эпично. Только у меня очень мало хп. Эй, давайте мне вторую звезду, пожалуйста. Вторую звезду давай! Вторую звезду! 3 звезды уже! Тогда еще 2 звезды осталось. 2 звезды! 2 светлые повести! Так. Да! Я как будто в Need for Speed Most Wanted играю. Там тоже замедление времени есть. Так, вертолет уже нам, правда, палит по нам, поэтому нам бы убираться. Извини, толстый чувачок, но мне пора ехать. Куда-нибудь. Извини. Стоп, где коп? Он где-то здесь. Где он? А, вот он. Что? Я умер! Вы серьезно сейчас? Ну, у меня же было вроде много хп. Как это произошло? Ну блин! Я так не играю. Какого черта? Ладно. Я бы сейчас. О, какая машиночка неплохая такая. Пародия на Феррари. О, у меня есть еще оружие. Ты. Да нет, быстрее! Я не успел, да? Нет!
Нет, не уезжай! Черт! Ладно. Нам нужно найти срочно любую машину. Но копов мы уже привлекли. Блин, я стрелял в другого чувака, пострадал этот. Как это произошло? Радио, можешь пиохнуться. Спасибо. Так, только что копы были, куда они опять делись? Ну что это такое? Куда бежим, деточка? Чё ты сказал? Так, одна звезда, копы, где вы? Вон они. Все. Давайте 5 звезд. Но это, конечно, сложно, и вообще, возможно ли это в начале игры сделать, не уверен. Нет, 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 только не стреляйте мне. Так, дайте мне какое-нибудь оружие посерьезнее. Из машины я могу только пистолет. Так, 3 звезды. Мы вернулись. And we're back. Ну давайте 4. Черт, черт. Я здесь, я здесь. Куда вы? Не надо только исчезать. Так, так. Давайте мне 4 звезды, наконец. Давайте. Только не убивайте меня. Ладно, давайте попробуем поехать. Но они нас вряд ли, конечно, догонят. Кстати, донаты как будто прекратились. И у меня опять какой-то глюк там, наверное. Вот это да. Вот это эпично. Ой-ой-ой. Меня немного занесло. Извиняюсь, ребятки. Ой, фургон. Это интересно. Получай. О, я попал, я почти попал. Дайте мне 4 звезды. Я хочу, чтобы за мной сват. Привет. О, 4, все. Кстати, я собака, ты собака, 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 шутка. Это та шутка, но я сейчас открыл меню, где донаты, и тут очень много таких донатов, которые собака-собака, которые наперед еще идут. И так что, ребятки, я вас обхитрил. Я буду пропускать эти донаты. Ничего вас не увидит. Ладно. Так, это, я так понимаю, это уже за мной ФБРовцы идут или это? Ладно, прости. Кстати, МЦ ебан. Тут-ту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 
Хыя! Да блин, как это происходит? Неужели в GTA 5 настолько чувствительна вот эта фигня? Просто я недавно проходил GTA 4. И там ты мог, блин, улететь на 2 километра с машины, и тебе бы не... Ну, было бы, но у тебя бы еще было достаточно хп, чтобы выжить. А тут... Я просто в GTA 5 не так много играл, и я ее не проходил. И вот только вот сейчас начал. Поэтому я тут не знаю вот этих всех изменений с четвертой части, которые произошли. А тогда я играл, помню, с модами только. Но у меня-то там было бессмертие. Когда я еще снимал видео, чтобы не знали GTA 5. Так что... Ну, теперь буду знать. Я бы, конечно, погонялся с кем-то, но тут сейчас гонки мне, наверное, не открыты. Ладно, ребят, давайте попробуем последний заход. Для этого берем оружие. Кстати, странно, что у меня его не отбирают. И делаем. Ну, они тут умные. Дах ты, сволочь, ты! Я тебя не пожалел, не стал брать твою машину, ну, всего. Ладно, давай, давайте вот это возьмем. Нет, давайте фургон возьмем, это будет интереснее. На фургоне от полиции. Такое. Так, для этого стреляем просто во всех. Одна звезда есть. Вон справа там коп у нас где-то. А, он наверху. А, вон. Фургон, кстати, тоже коповский. Брат, иди сюда. Так, две звезды уже есть. Так, стоп. А, вот ты коп. Извини, я тебя не заметил. Три звезды.
самый быстрый в этом деле. Ой, кто это меня там уже подрезает? Ты чё, офигел? Да, фургон не такой быстрый, но это ничего не значит. О, трамвай. О, я хочу в канал. Так, я надеюсь, сейчас не умру. Потому что тут все-таки не так, как бы Т4. Давайте по воде поедем. Ну и почему они встали? Вы что, боитесь намочить машину? Не думаю. Так, у меня вертушка там уже стреляет. Давайте больше машин, тут-то только одна... О, вон они едут. А ну-ка, ребяточки, поехали. Все, а теперь задача нам уйти от копов. То есть копов-то мы нашли, а теперь задача уйти от них. И на фургоне это будет проблематичнее сделать, я думаю. Я брейн, ты брейн. Блин, ну почему всегда когда? Я не успеваю это сделать, я не успеваю. Закрыть донат. Он заканчивается просто. Ладно. Все, нам нужно уйти теперь от копов, и это теперь сделать сложнее, потому что я на сраном фургоне, черт возьми. Все, уезжаем нафиг отсюда. Так, а как с этого канала выехать теперь, блин? Черт. Я не знаю. Как отсюда выехать? Ой. Что это там было? Там была какая-то нычка. Давайте туда заедем. Кстати, я уже оторвался. Серьезно, они не могут догнать меня на сран... Когда я на сраном фургоне? Хотя вон там один чувак пытается меня догнать. Так, я сюда смогу спрятаться? Тик. А, это выезд как раз. То, что нужно. Так, тут никого. Да, они все там. Давайте посмотрим на этих дурачков. Ха-ха-ха-ха. О боже мой. Ну ладно, что-то слишком тут какие-то глупые копы на самом деле. Мне кажется, в какой-нибудь Давасити меня бы сейчас уже повязали тут. А я уже ушел от них. За прошлый донат с собакой. Передай привет Даниле Московкину. Кому-кому? Кому-кому передать привет? Так. Блин. Секундочку, я обновлю. А, сори за прошлый данный с собакой. Да, ничего, передаю привет Данилу Московкину. Да, Данил Московкин, привет тебе. Ну все, ребята, мы укрылись. Это все, что я хотел сделать в GTA.